Яху! Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У меня просто потрясающее настроение, я не знаю, с чем это связано, вроде все плохо, но у меня хорошее настроение, иногда у меня такое бывает. Что за ложка такая странная? Ну, в общем, сегодня мы с вами будем кушать супчик, он у нас с мясом и с фасолью. Это фирменный суп моей мамочки, и он в инфобоксе, вы можете перейти и заказать себе тоже. Шучу. Вы можете перейти и приготовить по рецепту, который будет в инфобоксе. Также у нас здесь огурчики. Непонятно. Буквально 15 минут назад мама мне сказала, что нужно попробовать салат. Я такая пробую, говорю, вкусно, идеально, супер. Мама говорит, тебе все вкусно. Давайте спросим какого-то нормального человека и дала бабушке этот салат. Она сказала, ну так, здесь соли недостаточно, поэтому меня уже не воспринимают всерьез. У меня нету вкусовых рецепторов, они думают. Но они ошибаются. Горячий, супчик горячий. Обожаю соленые огурчики, особенно покупные, которые вот такие вот маленькие. Давайте начнем со сна, который я увидела. В общем, я была в 1970 году. Нет, это даже не 70, 1870 году. Я типа в замке живу. И типа чума. Нельзя выходить из замка. Нужно это, самоизолироваться. Я просто перед сном, знаете, очень много новостей смотрю. Что как происходит. Мне кажется, лучше не смотреть. Это портит наше настроение. Падает дух. Больше смотреть не буду. Начну какие-то сериалы смотреть. Не выхожу из дома категорически. Никуда. Но я смотрю в окно, у меня такое ощущение, что только я сижу дома. Потому что машины туда-сюда едут. То есть реально, иногда обидно, я смотрю из окна и все гуляют, все замечательно. Неужели я одна? Отпишитесь, пожалуйста, если кто-то кроме меня тоже сидит дома. Пишите. Вкусно это все. Закончилась моя любимая помада. Вы знаете, помад много, наверное, штук 50, а любимая одна. И она у меня закончилась. Теперь придется краситься тем, что есть. Я же хотела вам рассказать сон. Типа у меня слуги. Я барыня еще та, типа там. Я просто не могу выйти на улицу в заточение. Вот такие вот дела. Вы, наверное, подумаете, что я это с жирной головой, но это не так. В каждом видео вам говорю, что я только что искупалась, чтобы вы не подумали, что я с жирной головой сижу здесь. У меня есть такой характер. В квартире, в которой я живу, может быть абсолютный просто срач, бардак. Мне хорошо будет в моем свинарнике, но соблюдать правила гигиены – это для меня превыше всего. –
То есть даже если у меня нету времени убраться, нету времени убрать за собой тарелку, искупаться, у меня время всегда есть. Встала сегодня в 9. Нужно было дозвониться до налоговой. А как правило, туда хрен дозвонишься. Я решила схитрить, встать в 9. И прям как только часы пробили 9, я начала бомбить, звонить им. И сразу же мне ответили, я сказала: «Доброе утро, вы уже на работе?» Какое совпадение, чисто случайно вам позвонила. В общем, самое главное, решила все свои проблемы. Молодцы они. Помогли. Поклон вам низкий. Вот я сейчас вот буквально делала макияж. Была с мокрыми волосами. Я, знаете, что вспомнила? Когда я была маленькая, было модно делать мокрый эффект волос. Точнее, вернее, я была вообще малышом, где-то в начальной школе. Вот, и у нас была девочка такая блондинка, ее звали Света. И она училась, не помню, в 8 или в 9 классе. У нее забыла про перчики. И у нее всегда был мокрый эффект. Я была маленькая, с такими, знаете, с сросшими бровями, с волосатыми руками. Я смотрела на нее и думала, какая же все-таки красотка. Когда я вырасту, я тоже хочу быть похожей на эту Свету. Она такая была на шпильке. Каждый день была на каблуках. Тоненькая шпилька и такой, знаете, нос острый. Почему-то я настолько, знаете, ярко это помню. Те воспоминания, которые реально нужно запомнить, я их не помнила. А вот как выглядит эта Света, я помнила прям до мелочей, вот реально. Такие, знаете, брюки на низкой посадке, виден живот, губы замазаны этой тоналкой. И она как бы, знаете, супер такая стильная девочка была, типа, наверное, самая крутая девчонка в школе. И я такая маленькая Айка, где-то там в коридоре выглядит как этот карапуз, смотрела на нее и думала, вырасту, я буду такой же, я буду одеваться так же. Вырасту, поменяю именно Свету. А потом там был период, когда я хотела стать Женей. Это вообще. В общем, я реально фанатела по ней. И к чему я это все? Дня где-то 4 назад я увидела ее в Инстаграме. И вы знаете, она до сих пор такая красотка. Вы меня извините, неудобно вот этой вот ложкой. Где мой половник? Я люблю, когда большая ложка. Вот раз, выпил и все. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и это не она, но скорее всего да, потому что она живет до сих пор в Саратове. Я посмотрела, где она училась. Училась в той же школе, в которой училась я. И как раз на несколько лет, получается, старше меня. Ну, как на несколько, ну, на лет на 5, на 6. Вообще,
Я когда маленькая была, было так модно, типа, общаться, дружить с девочкой, которая старше тебя, учится, не знаю, на класс или на два старше. Ну, со мной, знаете, никто не дружил из старшеклассников никогда. Я была, типа, не тот уровень. Я как бы всегда боялась к ним как-то подходить, что-то говорить. У меня еще, кстати, жуткие комплексы были по поводу волос на руках. Я не могу сказать, что волос было прям так много, но просто дело в том, что если у русских девушек эти волосы были белые, они были совершенно незаметны, мои черные волосы очень сильно выделялись. А сейчас я просто благодарна Богу, что у меня действительно черные волосы на руках, потому что только от них можно избавиться на 100% и навсегда. Если вы пойдете на лазер с желтыми какими-то волосами, лазер просто их не увидит, вы избавитесь на них, от них временно. То есть идеальный подтип для лазерной эпиляции — это белая кожа и черный волос. И чем чернее, тем лучше. Сейчас вообще, наверное, не к столу эта тема, но просто кому интересно, можно навсегда избавиться. Я лично избавилась. Ну, знаете, появляется где-то 10% волос, но они уже не такие, как были раньше. Очень крутая процедура, но просто салоны немножко обманывают в том плане, что они говорят, что вы избавитесь от волос. Но избавляются только те, кто обладает определенным подтипом. У меня у знакомой, она вот здесь вот убирала волосы, чтобы волосы здесь и бровь не соединялись. В общем, так получилось, что у нее даже вот бровь, вот кончик не растет больше. Это знаете, что мне напомнило? Меня прям заедает. В ТикТоке прощения проси. Извини, а уже поздно. Уже поздно. Вот то же самое. Бровь уже поздно возвращать. Ложка просто очень долго. Здесь у нас остались маслины. В общем, года летят, и кумиры меняются. Вот что я хочу сказать. Вкусы меняются, предпочтения меняются. А самое главное, меняемся мы. Если мы сейчас, например, думаем, что я никогда это не сделаю, может быть, через год или через два вы это сделаете. И то же самое и я. Например, я что-то говорю в видео, это не значит, что через полгода я сниму видео, я буду думать так же. На этой позитивной ноте я хочу с вами попрощаться. Желаю вам приятного аппетита, удачного дня. Всем пока!